Привет, друзья, с вами Павел, и вы находитесь на канале Happy Brick. Сегодня у меня на обзоре Lego Brickhead 40422 под номером 111 Франкенштейн. По стандарту для брикхедов, для маленьких брикхедов, он поставляется в такой небольшой, практически квадратной прямоугольной коробке. Собственно, здесь мы видим то, с чего делалась копия, и здесь непосредственно собранная модель. Из минусов брикхедов хочу отметить то, что здесь нет привычного клапана, то есть здесь у нас кусочек изоленты. То есть если захотеть, то можно аккуратно его вскрыть, собрать, разобрать и потом обратно заклеить. Поэтому будьте внимательны при покупке новых. Поскольку коробка маленькая, то инструкция в ней лежала в таком виде. Соответственно, это еще один минус. И при сборке этой модели придется ее постоянно держать или выравнивать. Сборка заканчивается на 33 странице на 40 пункте. На последнем развороте у нас стандартно идет список деталей. Как мы видим, в плане разнообразия эта постройка не блещет. Кстати, обратите внимание на розовый кубик. Это у нас идут в качестве мозгов. То есть это маленькая отсылка, что постоянно в брикхедах, в голове брикхедов обычно находятся мозги. В общем, интересных каких-то деталей здесь нет. Собственно, вот сама постройка довольно-таки небольшая. В сравнении с мини-фигуркой она, конечно, огромная, но как именно набор, то в этом плане она небольшая. У нас тут увеличенная голова. В нижней части имеются ноги, которые держатся на двух пинах, что не очень продумано, так как брикхед постоянно отваливается с них. У него все-таки перевешивает, и поскольку внутри у нас здесь идет полноценная сборка, то он очень тяжелый и подбитый. Из деталей зубов у нас сделана его прическа. Собственно, здесь у нас принт его одежды, глаза принтованные и вот эта часть тоже принтованная. Все остальное у нас сделано плюс-минус по стандартам, по канонам брикхедов. Собственно, руки и все. В общем, вот такой вот небольшой наборчик. Как полочный он довольно интересный, но как набор на детали ничего особенного себя не представляет, так как в основном здесь у нас bluish gray, dark bluish gray и просто black цвета. И несколько разноцветных. Ну а на этом все. Вот такой небольшой обзорчик. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.